На самом деле все просто. Патриотизм – это любовь к своей стране или к своему городу, или к своему селу. И это желание сделать ему хорошо, понимая, что если ты делаешь хорошо своей стране, ты делаешь хорошо себе. Вообще, прежде всего, хорошо бы думать о себе и о своей семье. Потому что страна начинается с себя и с твоей семьи. Со своей семьи. Это очень просто и правильно. Я не люблю слово «народ», я не люблю слово «громада». Это очень такие неконкретные понятия. Конкретные понятия – это я и моя семья. Из нас, из вашей семьи, из вашей, Таня, семьи состоит страна. Поэтому начинать надо с нас самих. Этот квасной патриотизм весь, и биение себя в грудь, украиненька, вербыченьки, вышеньки, черешеньки – это все пустая болтовня. Как и оппоненты националистов, пустая болтовня. Экономику дайте. Дайте экономику реальную, и тогда будет такой патриотизм. Я думаю, что Швейцарию, я не думаю, я знаю, очень любят ее граждане. Французы, итальянцы, немцы, там, кто еще там живет на территории Швейцарии, такой же национальности, как швейцарцы, нету. Они ее очень любят. Она им дает все, что можно дать для хорошей человеческой жизни. Поэтому, как говорил Виталий Алексеевич Коротич, мой друг, прежде чем спросить, любите ли вы Украину, спросите, задайте вопрос, любит ли Украина вас. Это очень важно. Вас Украина любит? Меня нет. Почему? И вас не любит. Украина никого не любит. Если бы Украина нас любила, всех, у нас бы было очень хорошее образование и очень хорошее здравоохранение. Это то, с чего начинается жизнь нормальная. Образование, здравоохранение. Дмитрий. И так далее, и так далее. Украина не любит, не страна Украина, а государство Украина не любит никого из своих граждан. Никого, подчеркиваю.